В Дагестане прошла конференция с участием крупных продавцов автомобилей с пробегом. В регионе она проходит во второй раз. В этом году число участников увеличилось в 4 раза и составило порядка 200 человек со всех регионов России. Организовал конференцию дагестанец Гаджи Курбанов. 5 лет назад он вместе со своей командой разработал сервис, который позволяет находить автомобиль с пробегом, максимально точно его оценивать, прогнозировать срок его продажи, а также рассказывает, в каком регионе страны его лучше всего продавать. Сервис быстро стал популярным среди автодилеров и перекупщиков. На официальном сайте компании уже более 140 тысяч зарегистрированных пользователей. Создали мы IT-решение для того, чтобы помогать дилерам заниматься бизнесом автомобилей с пробегом. С нашими клиентами, партнерами являются практически все крупнейшие официальные дилеры и холдинги. И профессиональные продавцы, так называемые перекупы по всей стране. Хараву знают во многих регионах, в том числе и в Дагестане. У нас много пользователей из нашей республики. Мы помогаем находить автомобили, оценивать их, помогаем профессионалам зарабатывать на бизнесе автомобилей с пробегом.